Доброго дня, сэр. Капитан! Марселя! Брамселя! Фом Брамселя! Лиселя! Давай, красотка, расправь крылья! Блин! Черт, мимо! Готовы пить, сэр! Господа, как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца, но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Нассау. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз, топните и крикните «Да!» Те, кто против, прохнычьте «Нет!» И парламент не бывал столь единодушен. Thank you.
Thank you.
готов. El canalla intenta escapar. Mierda. Nada. Quédate donde estás. Как бы всегда. Ешьте волю! Не скоро еще вы вновь вступите на берег. Помнишь свой подарок? Он ответит за меня. Сукин сын! Наглый, как ядро. Да и ума столько же. Извини, приятель. Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив. Мне жаль тебя, Буконьер. После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором. А это что? Мелкие кражи — предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов вроде тебя. Да гореть тебе в аду, который ты создашь своими руками. Бухта наша! Привет. Я смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой презент. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. А... Бонжур. Конечно. Я передам. Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. За мной. Тебе на верхний этаж, там все просто. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Проверь коммуникатор. Я отметила там кабинет Оливье. Быстро найдешь.
Оливье славный парень. Алло. Эй. Тест, раз, раз. Работает хоть? Это Джон, зайди. Мы уже знакомы. Я отлаживал твой анимус. Я тут в Абстерго. Вроде Скотти на нашем звездном пути. Отвечаю за технику. Есть минутка или... О, черт. Судя по трекеру, ты направляешься к Оливье. Ладно. Свяжусь с тобой позже. Есть к тебе одна просьба. Бонжур. Заходите, он вас ждет. Ну, я поставлю под угрозу наш флагманский проект только в том случае, если вы мне напрямую прикажете. Эдвард Кенвей! Но ведь Голливуд так и начинался. С пиратских фильмов. Дуглас Фэрбэнкс, Эрл Флинн, а у нас доступ к реальным пиратам. Уэйви. Именно. Обсудим это на встрече Оксане. Да. Жду с нетерпением. До встречи, Летиция. Салю, спасибо, что нашли минутку. Я знаю, вы заняты. Я посмотрел ваши данные. Очень мощно. Придется, конечно, почистить кое-где для семейной аудитории. Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда, чтобы женщинам нравилось? Красивый город, правда? Что ж, я позвал вас сюда обсудить так называемую обсерваторию. В ваших материалах она появлялась несколько раз. Так вот, я прошу вас по возможности собрать все воспоминания о ней как можно скорее. Я бы не стал давить, он сам Крис, мне все равно. Но кое-кто из руководства Абстерго Индустрис тянет из меня жилы. Так, следуйте зацепкам по обсерватории, и мы... О, простите, звонок, я отвечу. Еще поговорим. Бонжурне. Ален, бонжур. Oui, tout va bien. Naturellement. Bon, d'accord. Pourquoi? Привет, это Джон из IT. Есть минутка? Добавляю контрольную точку. Одна твоя коллега ушла в отпуск и забыла отправить мне видео, которое обещала. Поскольку меня бесят все прочие с твоего этажа, надеюсь, ты поможешь. Можешь выудить нужный файл из ее компьютера и передать курьеру? Это просто. Подходишь к ее анимусу, логинишься и качаешь файл. И все. И поторопись. А то и ты начнешь меня бесить. Дверь закрыта? Ха, не проблема. Моя привилегия — первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Логинься, расскажу, что делать. Так, подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Супер. Файл загружается.
Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. 23 декабря 2012. Группа изъятия образцов Fisher Case. Рапорт. Объект 17. Desmond Miles. Объект был мертв. Время смерти примерно 1:07. Условия благоприятны для взятия образцов ДНК. Изначально у нас были сомнения в безопасности зала, но благодаря знаниям и навыкам группы мы смогли взять ценный материал. Я лично реквизировал рюкзак объекта и после тщательного осмотра извлек ряд предметов для всестороннего анализа. На правой кисти объекта ожоги высокой степени. Кость обуглена, что указывает на спонтанное воздействие высоких температур. Если честно, такое мы видим впервые. Голова, шея и торс остались нетронутыми. Я лично выбрал агентов для изъятия образцов крови и слюны. Затем мы начали извлекать материал и сумели сохранить несколько хороших образцов. Мы уже начали анализ и сортировку данных, которые идут исключительно легко. Благодаря облачной базе данных и третьей группе изъятия образцов Abstergo, объект 17 продолжит существование как образец 17. Справляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не тупи. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь, но тебе не понравится. Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? А не то тебя совесть замучит. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, оно давно там стоит. Надеюсь, ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, еще не значит, что нужно это делать. Хотя бы не каждый день, а? Ха-ха. Я серьезно, это незаконно, так что не дури. Если можешь, конечно. Особенно, когда работаю, а еще перед сном. Потому что это вроде как успокаивает. Мне было 14. И ты пытался научить меня ходить бесшумно. Помнишь? Следить за тем, сколько шума я делаю при ходьбе. Не работа, а черти что. Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Нет. Я все делал точно по рецепту, можешь проверить. Это искусство, Шон, а не наука. Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе, просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер? Супер, получила. Чек тебе пришлем.
До скорого. Пока, Шон. Пока, Чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Эй! Мне сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо. Приятного пиратства. Остался у него 2, проже эшантион 17. Техслужба на второй этаж, проект образец 17. Его кадровикам, и на этом все. Не вешайся.